5 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли с официальным визитом в королевство Саудовской Аравии. На военном аэродроме Эр-Рияда, где развивались государственные флаги двух стран, чиф президента Азербайджана был выставлен почетный караул. Здесь состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева. Главу азербайджанского государства Ильхама Алиева встретил хранитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Саудовской Аравии. Официальные лица государства и правительства Саудовской Аравии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации, хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль-Сауду. Затем хранитель двух святынь, королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдулом Азизом Аль-Саудом, был дан официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.